Юсуф Алимурзаевич Хайрекизов родился в 1913 году в ауле Верхняя Мара. Он был призван на фронт сразу после начала Великой Отечественной войны. Четырежды был ранен. Он, как и его брат Кичебатыр Хайрекизов, который командовал партизанским отрядом на территории Белоруссии, совершил множество героических подвигов. Вот некоторые примеры. 26 марта 1944 года разведчик-наблюдатель 2-й батареи 2-го дивизиона Хайрекизов на плацдарме реки Южный Бух, находясь на наблюдательном пункте в районе хутора, в рукопашной схватке вместе с пехотой отбивал контратаку противника. В этом коротком бою были убиты до 70 немецких солдат. Тогда же он обнаружил 2 станковых пулемета, 1 наблюдательный пункт противника, который тут же огнем нашей батареи во время обстрела были уничтожены. Хайрекизов, как разведчик батареи, в боях с немецкими захватчиками неоднократно проявлял мужество и храбрость. В боях в районе села Заградовка в марте 1944 года он получил ранение, но остался в строю, продолжал выполнять боевую задачу. 27 марта в боях на реке Южный Бух Юсуф под пулеметным огнем в домах хутора «Червонный маяк» обнаружил 4 пулеметных точки врага. Эти дома тут же были уничтожены огнем пулеметных расчетов его батареи. 5 апреля 1944 года в боях за хутор Бетцеловка в ходе немецкой контратаки при попытке захватить нашу 2-ю батарею он убил 3 немцев, одного взял в плен. 24 апреля 1945 года в городе Берлине из личного оружия уничтожил 4 немецких фашистов. Юсуф Хайрекизов воевал до последнего дня войны. Однако из-за принадлежности к репрессированному народу его героические подвиги не находили адекватную оценку. Командование полка, корпуса и дивизии знало, что Верховный Совет СССР не пропустит присвоение звания Героя Советского Союза и старались заменить другими наградами. Так, в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, в делах с перепиской по награждению, в фонде 226-й стрелковой дивизии сохранились сопроводительные письма начальника отдела кадров дивизии от 8 апреля 1945 года на имя командира 832-го артиллерийского полка. Там написано: «Возвращаю наградные материалы с резолюции командира дивизии, где по списку за номером 3 значится красноармеец Хайрекизов Юсуф Алимурзаевич». Кроме того, в фонде 26-го гвардейского стрелкового корпуса имеется список офицеров, ефрейторов, солдат, представленные к награждению 5 мая 1945 года, особо отличившихся при освобождении Польши орденами и медалями, в котором значится под номером 36 разведчик-наблюдатель 832-го артиллерийского полка 266-й стрелковой дивизии ефрейтор Хайрекизов Юсуф Алимурзаевич, представленный к ордену Крест Храбрых. Список был направлен в адрес начальника отдела кадров 5-й ударной армии. По свидетельству соратников, по свидетельству архивных документов, Хайрекизов Юсуф Алимурзаевич был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.